Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги и все те, кто только собирается посвятить себя работе на аукционах по банкротству. Вот и подошли к концу два замечательных месяца обучения, очень насыщенные, очень увлекательные и, наверное, одни из самых главных в моей жизни, потому что этот курс дал мне очень много полезной информации и вложил в мои руки инструменты, с помощью которых я смогу реализовывать себя, монетизировать свои знания. Поэтому не покривлю душой, если скажу, что это обучение одно из самых, наверное, лучших и важных в моей жизни. Этот отзыв я бы назвал скорее мини-очерком об обучении, о ожиданиях и о реалиях во время этого двухмесячного онлайн-курса Национальная ассоциация аукционных брокеров, или сокращенно НААП. Начну с того, что поблагодарю всю команду НААП за колоссальный труд и личный вклад каждого, кто причастен к формированию и продвижению профессии аукционный брокер. Два столпа, на которых держится тренинговая программа, это Давид Рязаев и Павел Куксенко. Давид Викторович, основатель и идейный лидер всего проекта, он вдохновляет и объединяет вокруг себя увлеченных, целеустремленных, молодых и активных нас, людей, желающих работать на аукционах по банкротству. Павел Куксенко – соучредитель компании и надежная стена юридической поддержки для всей компании в целом и для нас, курсантов в частности. Он двигатель обучающих программ, просто замечательный человек. Он бескомпромиссный практик и, несомненно, великолепный оратор. Не могу не отметить других членов команды НААП, без которых, наверное, тоже не состоялась бы эта компания. Это такие люди, как Алексей Мельников, широчайшего кругозора человек, высокий профессионал, коммерческий директор, который кучу времени посвящает развитию компании, живет и дышит этой компанией. Александр Фадеев, уникальный человек, профессионал, аналитик, консультант, превосходный коуч. И, конечно же, я хочу поблагодарить наших кураторов. Это Катю Виноградова и Игоря Плотникова. Это уникальные люди, огромные профессионалы, они замечательные наставники. Я не представляю, сколько нужно иметь терпения и сколько вложить труда, чтобы вникнуть в суть каждого вопроса, проверить, разобрать в чате домашнее задание. Все это в режиме 24/7. Я просто восхищаюсь их работой и благодарю от всей души за этот колоссальный труд, собственно говоря, вложенный в наше становление как профессионалов. Спасибо вам, друзья. Вот. Хочу поблагодарить однокурсников, так как в процессе обучения мы учились друг у друга. Мы вместе разбирались в сложных вопросах, советовались, поддерживали друг друга, радовались успехам друг друга. И в результате мы практически всем курсом стали коллегами, готовыми прийти на помощь и словом, и делом. Спасибо вам, друзья. Мы будем на связи всегда, мы будем помогать друг другу и прежде. И вот на этой торжественной ноте я хочу перейти непосредственно к отзыву о двухмесячном курсе, онлайн-курсе, который, я не побоюсь этого слова, с успехом я прошел. И очень рекомендую всем, кто хотел бы открыть для себя новые горизонты деятельности и монетизации своих знаний и умений. Многие из нас представляют себе деятельность аукционного брокера примерно так. Или так. Можно еще вот так. Ну и, конечно, вот так. На самом деле это огромный труд, требующий специальных знаний, умений и в какой-то степени возможностей. Самое ценное, что все это я приобрел на обучении. Окончив курс, у меня не осталось вопросов, что делать и как делать. У меня лишь осталось непреодолимое желание действовать, двигаться вперед поставленным целям, используя весь багаж знаний, полученный от Давида и Павла. Практические советы с основными теоретическими аспектами
Вот залог успеха программы обучения. Какие лайфхаки выдавались на этом обучении? Вы знаете, можно потратить очень много времени, наступить на кучу граблей, тем более осваивая новую профессию. И вот все эти вопросы, они решены, они пакетно решены в этом курсе. Все 8 модулей – это четко раздозированная теоретическая и практическая база. Лайфхаки, которые даются в этом курсе, они экономят колоссальную кучу времени и, самое главное, не дают сделать те ошибки, которые 100% бы были, если бы эту тему осваивать самому. Одним словом, весь курс – это наработанная Давидом и Павлом база знаний и умений, которая включает в себя все необходимые инструменты для того, чтобы стать профессиональным аукционным брокером. Курс открыл для меня совершенно другие перспективы. Он раздвинул мои рамки профессиональной деятельности и моего личностного роста. Я хочу быть частью этой дружной команды, я хочу развиваться, добиваться успеха и, конечно же, вместе с НААП. Если и тебе хочется быть в классной команде, заниматься интересной и разносторонней деятельностью, превращая в деньги свои знания и умения, записывайся на бесплатный вебинар и присоединяйся к команде профессионалов. Тебя ждет увлекательное обучение и неограниченная перспектива роста. А напоследок всем конкурсным управляющим и их представителям я хочу сказать следующее. Я твой рот мамой клянусь, выиграю! Пока!